Внеочередное заседание Совета депутатов Дмитровского городского округа началось с утверждения графика приема народными избранниками своих избирателей. В нем отражены дата и место встреч с населением, в ходе которых дмитровчане имеют возможность рассказать представителям законодательной власти о своих бытовых проблемах. График приема был утвержден единогласно. Далее на заседании выступила заместитель главы администрации Оксана Котова. Предлагается обратиться к губернатору Московской области с ходатайством о присвоении городу Явками Дмитровского городского округа Московской области почетного звания Московской области, населенный пункт Воинской области. Это регламентируется у нас с вами законом о почетном звании Московской области, населенный пункт Воинской области, 57. В данном случае все необходимые, скажем так, действия были совершены. Предлагается проект, после того, как вы проголосуете и будет принято данное решение, будет направлено губернатору, точнее сказать, сначала в комиссию, утвержденную губернатором по рассмотрению данных вопросов, все документы. В случае положительного решения далее будет направлен проект закона в Московскую областную думу. Я надеюсь, что будет городу Явками присвоено звание населенного пункта Воинской области. Депутаты поддержали данное предложение, поинтересовавшись одновременно сроками рассмотрения данного обращения, а также мнением жителей Яхромы на данную инициативу. Оксана Александровна пояснила, что заседание областной комиссии состоится в марте, и есть надежда, что решение может быть принято к юбилею Победы. А что касается мнения яхромчан, то на состоявшихся публичных обсуждениях данная инициатива была поддержана единогласно. Глава округа Илья Поначевный обратил внимание, что наш муниципалитет в этом вопросе поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодаря, скажем так, новой политике Андрея Юрьевича, нашего Воробьева, губернатора, мы с ним переговорили, он поддержал эту идею, и сейчас пока мы как бы обсудили этот вопрос, мы в срочном порядке инициировали присвоение в такой степени нашему городу. И тут точно никто от этого не потеряет, а уважение всяких, кто приезжает к нам в Дмитров, должен знать, понимать и уважать не только Дмитров, да, но и Яхом, и Икшин, и другие наши маленькие поселения. Я думаю, все мы за. А если удастся процедурно сделать это к 9 мая, 75-летию, это будет вообще, наверное, правильно, по-честному и человечески. Решение по данному вопросу было единогласным, и будем надеяться, что к 75-летию Великой Победы городу Яхрома будет присвоено почетное звание «Населенный пункт Воинской доблести».